общем, всем здорово. Сегодня крутой момент, крутой обзор, крутого шлема, который приехал буквально недавно, просто мы долго до него добирались. А, самое интересное в этом шлеме что? Фирма называется Crazy Ales. Шлем приехал из Штатов. Ссылочку я оставлю в описании. Посмотрите, что это за шлем. Посмотрите вообще, как он выглядит. Сейчас, прямо здесь, мы будем раскрывать. Именно эта фирма делает шлема специально для круизеров, для чиперистов. Те, кто любит покайфовать в открытом шлеме и не закрывать свою голову, не забивать ничем другим. Это прямой конкурент Daytona. В общем, давайте откроем, посмотрим и поймете все сами. Единственное, что я скажу до того, как мы откроем, этот шлем больше не голова грипп. И вы сейчас поймете все. Та-дам, 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 та-дам. Вот он, шлемик. Шлем матовый. Как вы можете обратить внимание, вот здесь есть сертификат DOT, именно американский сертификат, который дается и на шлемы многих разных компаний, фирм, которые проходят сертификацию именно у DOT. Ой, размер 63-64 сантиметра, это большой размер. Не знаю, подойдет ли он мне, просто я примерить должен же все-таки. Так. Вот. Как выгляжу? Так, я не совсем вижу себя. Я, точнее, себя вообще не вижу. Не, я просто хочу посмотреть. Сидит очень круто. Мне в целом интересно, как выглядит со всех сторон. Так. Такой шлем, вот так он сидит. Я не буду до конца застегиваться. Ну, в целом, сейчас нету того экива, прикида, под что это можно надеть. Но в целом, очень удобно. Шлем сделан так, что он не поднимается при езде 130 км в час. Он максимум поднимется на 1-2 сантиметра. Он сделал именно так, специально, чтобы не подниматься, не завышать, не уходило что-то назад. Чтобы при большой нагрузке от ветра он не уходил назад. Это очень круто, это очень классно сделано. Это благодаря все глубокой посадке, что голова больше не грипп. Вот именно вот так, как я не знаю, как видно совсем со всех сторон. Да. Видите, насколько круто сделано, то есть все очень качественно проделано и со всех сторон, то есть прошито очень, очень хорошо. Достаточно удобно внутри, достаточно хорошо сидит. Внутри он сделан с крутым принтом, материал сделан такой против пота, я так понимаю, что это... Будешь потеть, и будет вся влага сюда уходить. Я понимаю, что это съемное. То есть, если прям нужно будет постирать, в целом можно будет снять, постирать. Застежка сделана, ну, очень крутая. То есть, надо подогнать, конечно, по мой размер. Тут, в общем, сертификат шлема тоже здесь есть. В целом, хорошо сделан шлем. Могу заметить, что очень качественно покрашен, очень круто. Даже остаются от моих жирных рук остаются отпечатки, как можно заметить, я не знаю, насколько это видно, но здесь вот остается. Но матовый прям, мне очень нравится матовый цвет. Я оставил ссылочку, можете посмотреть, пройти эти шлема, посмотреть, сколько их, какие бывают виды. Но именно выбирайте вот такого плана шлем. Почему? Потому что он больше не будет на вас смотреться несуразно. То есть, в целом, старые модели, они выглядели как грипп, они торчали и поднимали очень сильно шлем над головой. То есть, он смотрелся грибообразно. Эта фирма выпускает именно для чиперистов, так что имейте в виду. На спортбайке на таком не покатаетесь. Как заявляют, что это самый легкий шлем такой конфигурации. То есть реально он грамм, наверное, 150. Ну, по ощущениям. По ощущениям, ну, грамм 150, да, есть. Очень, очень крутой и классный шлем. Да, я пишу, кстати, это все без петлички. Надеюсь, что в скором времени у меня появится крутая, хорошая петличка, чтобы звук был ярче, круче и интереснее. И запись звука, чтобы было... идеальная. В общем, вот такой шлем. Смотрите на сайте, смотрите, что это за шлем. Заказывайте, пользуйтесь. Ссылочки все в описании. А мы переходим к следующей вещи. Продолжаем обзор. Обзор уже переходит на мото-перчатки. Называется фирма, бренд мото-штука. Приступим к открыванию. Та-дам! Вот такие крутые перчи.
от фирмы Мотоштука. Представьте себе Техас, пыльные дороги, перчатки без защиты, без каких-то косточек, просто ковбойские перчатки. В те времена я думаю, что ох, как они сидят круто. А здесь что? А, это мое кольцо. Я думал, это какая-то... Блин, смотрите, как смотрится. То есть, блин, я бы его развязал. Ну ладно, я думаю, я сейчас вот так вот сделал, как варежки. Как пахнет. Замечательно. Сидят очень круто. Как можете посмотреть, очень толстая, очень продуманная пошив, покрой. Очень интересно сделан. Сидят очень комфортно. И я думаю, что и смотрится... Они прям достаточно круто. Я не знаю, насколько сейчас света хватает, чтобы посмотреть всю структуру кожи, то есть качество и насколько они грамотно прошиты. То есть тут весь шов, вот этот вот шов, покажи. Этот шов. На большом пальце эта штука. Да, то она плохо читабельна, но она здесь есть. Здесь бренд Мотоштука написано, он плохо читаемый, но я в целом я понимаю, что они должны выглядеть именно так. И они сделаны прям под старину, и выглядят они прям так. Я представляю, это какой-то вот, знаете, парень, дядька такой крутой, с шляпой, скачет на коне, и тут кончает свое время, и тут он уже сидит. Он на Харлее, в каком-то крутом шлеме, едет по большой долине Техаса. Ну, или какой-то жаркого какого-то климата. Да, тут нету никаких защитки, никакой нету вообще. То есть, в целом, просто кожаные крутые перчи. Ссылочку я тоже также оставлю в описании, поэтому смотрите, любуйтесь. Там выбора очень много, очень крутых и разных версий таких перчаток. И модели, и цвета, и да. Это все ручная работа. Самое крутое, что в этих перчатках остается чья-то идея, и чья-то идея, которая переросла уже вот в такие крутые перчатки. Даже 40-градусную жару в Ташкенте, здесь и вообще в целом за городом можно ездить, они выдерживают, и руки чувствуют себя комфортно, даже не имея подклад. Так что заказывайте, смотрите, хороших вам вечеров. Приятного просмотра и ждем новых поступлений.